Блеск огней, удивительные аттракционы и ловкие артисты. В столицу Чувашии впервые приехал цирк «Виват». Конно-цирковой форсаж – так называется новая программа цирка. Клоун Захар рад каждому зрителю в зале, ну а дети от него просто в восторге. Мне понравился клоун, как он бросал мячики. От выступления воздушных гимнастов в зале замерли все. Еще бы, трюки под куполом цирка артисты выполняют без страховочного троса. Мне больше всего понравились акробаты, здесь красивые спецэффекты, все очень круто. Пожалуй, самый массовый и зрелищный номер у гимнастов на подкидных досках – стилизованные народные костюмы и музыка под стать. Их выступление занимает не больше 12 минут, но за этим стоит большая подготовка. Чтобы номер получился, артисты репетируют по 8 часов в день. У нас есть чем их порадовать, зрители. У нас много животных, у нас сильные номера, сильная программа. Все профессионалы своего дела. У нас мастера спорта по акробатике, чемпионы Европы работают. Все желающие могли почувствовать себя в роли циркового артиста и подняться по канату под купол цирка. Это очень сильно было, дух захватывало. Животные – основная составляющая цирковой программы. И кого здесь только нет – аравийские верблюды, шотландские пони, каталонский ослик. Особый восторг вызывают лошади и их наездники. Мы пришли с папой и сестренкой сюда. Нам очень нравится здесь. Честно говоря, верблюды больше всего понравились. Если вы еще не увидели своими глазами выступления артистов, не расстраивайтесь, у вас еще есть такая возможность. Цирк пробудет в столице Чувашии до 14 октября. Их шатер находится на нижней парковке торгового центра «Мегамолл». Шоу идет по четвергам, субботам и воскресеньям. При покупке 3 билетов 4-й в подарок. Ну и, конечно, для самых маленьких зрителей, детей до 4 лет, вход бесплатный.